такой вопрос, да. Андрес, есть ли у вас мечта? Мечта? Была. Я вот ее осуществил. Ага, вот это уже интересно. Вот так вот. А какая мечта была? Я каждые последние 5 лет приезжал сюда раньше отдыхать, что нам очень понравилось первый раз приезд. Мы говорим, вот бы тут жить, да? Как это такая была далекая 5 лет назад, да? Угу. Я тут недавно, месяца 2 назад, сидели на балкончике вечерком, попивали пиво там на Ленинском. Это в Риге? Да. Нет, здесь уже. А, здесь, ага. В апартаментах, вот океан вид, так, 50 метров сидели. Неужели мы здесь? Даже не верится. Мы осуществили свою мечту, как бы, да? Пусть она маленькая какая-то, не супер, там, не в космос полетели, но какой-то маленький этап мы ее осуществили, мы пока счастливы. Классно. Это вы с Риги сюда мы приехали, Риги, правильно? Да. Там всю пока жизнь прожили. Пока не тянет. Не тянет. Всю жизнь прожили там и... Нет, всю жизнь прожили там, мы никогда не думали, что когда-то судьба занесет на какой-то маленький остров в Атлантике, да? Ну, вот как-то она появилась в первые приезды сюда, как-то понравилось, романтично, посидели вдвоем, как-то, вот бы тут жить. Много, конечно, разных других факторов еще было, да, но мы как-то начали, мы к ней шли, мы не то чтобы, опс, и все. Да-да-да. Не готовились, мы делали какие-то шаги определенные, чтобы ее делать. Ну, мы здесь, вот. Супер. А что можете посоветовать тем, кто вот тоже мечтает и хочет осуществить? Кто, если что-то мечтает, а надо к ней идти, делать какие-то шаги и не тянуть. Не тянуть, не ждать его. Брать, потому что всегда какие-то проблемы задерживают в жизни у всех людей, у молодых, и тем более чем старшего возраста, и проблем всегда больше, и их никогда нельзя остановить или завершить все. Поэтому надо выбрать какой-то момент, просто резануть и все, да? И сделать шаг. Спасибо, Анна. Может быть, слишком пафосно. Мне очень даже, но очень круто. Из жизни это реальные мои слова, да. Не придуманные для рекламы, а так как они есть. Все правильно. Спасибо. Наш сайт anzor.tv, просто чтобы вы знали, супер. На будущее. Хорошо, запишите, да. Anzor. Anzor.tv. Да. В Риге уже были, все там уже сняли, проехали. Спасибо. Вот если что-то заинтересует, я завтра с утра не буду, но с обеда я завтра буду. Немножко надо отдохнуть, поспать подольше. Ага. Ну вот завтра где-то с обеда буду здесь, и в субботу буду тут с утра, и в воскресенье буду сюда. Если надумаете, что-то... Спасибо, Анна. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Вот так вот, друзья, видите, идите к своим мечтам, и они сбудутся. Смотрите Anzor TV, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.